Добрый день, дорогие друзья. Под каждым практически комментарием был вопрос, как же эти окна мыть, не открывающиеся. Ну вот сейчас хочу показать, как это все-таки мыть. Одно окно мы уже помыли на кухне. И теперь приступаем к этому. Но на это не обращайте внимания. Там просто была рассада, она уже уехала в деревню. Как же открыть эти окна? Ну, открываются-то они просто. Сначала в максимальное положение открывается это окно. Оно на ограничителе там держится. Вот такой вот ограничитель. У него есть маленький флажок. Этот флажок простым движением руки поднимается, освобождает вот этот винтик, разблокирует его. И одним движением руки он снимается. И все. Ждет дальнейших действий. Окно пока держится на втором фиксаторе. Сейчас будем снимать и второй фиксатор. Вот сейчас снимем второй вот этот фиксатор. Флажок поднимаем, снимаем второй фиксатор, и окно опускается. Нифига, ну не 50 килограмм весит, как там говорили наши соседи. Весит гораздо меньше. Ну, может быть, и 50. Вот в таком виде получается открытое окно. И вот чем оно отличается, это окно, чтобы помыть ту сторону далеко от окна на третьем этаже, например, там пишут все: ой, страшно, как же там мыть? Да точно так же, что на третьем, что на втором, что на первом, что на 46-м. Сейчас будем мыть его. Ну, с этим все понятно. Как его помыть, оно под руками, и с тем тоже. Вот два тех окна. Сейчас будем мыть. Это страховочная веревочка, чтобы она туда не улетела. И все, и вот берем и моем. Сначала ее размываем, а потом сгоняем резиночкой грязь. Все, какие проблемы-то? И окно чистое. Если этой не хватает, то берем другую штуку. Берем вот такую. У всех есть такие швабры. И моем уже дальние углы этого окошка. Сначала мокрой. Все просто и легко. Накладки эти тряпочные с микрофиброй, они даже разводов не оставляют. Сереж, а страховка? Страховка? Страховка вот здесь есть тоже. Оденьте, пожалуйста. И все. Ну, короче, вообще никаких проблем нет, чтобы помыть окно. Наверное, женщинам будет трудновато его опускать и поднимать. Но найдите помощников каких-нибудь себе. И в отличие от альпинистов, тут можно помыть все проемы. Вот они, эти, как они называются, вентиляционные каналы. Они тоже все в пыли. Можно помыть и там. Альпинисты вам не помоют эти каналы. Ну, в принципе, все, наверное, в двух словах. Как помыть окно. Обратно ставится оно точно так же. Чуть попозже. Давай поставим. Можно вытереть вот такой микрофиброй. С нее вообще полос никаких не остается. И самая трудная точка — это внизу нижнее стекло, нижняя половинка. Но до нее эта щетка тоже вполне себе достает. И, конечно, не забывайте о безопасности. Я вот даже на подоконник не встаю. И
Думаю, что это безопасно. Ну, в принципе, все. Ну и поднимаем его обратно. Ну, если вы не очень сильный, то позовите на подмогу кого-нибудь. Но так реально, да, реально 50 кг оно все вместе весит. Чик. Ставятся фиксаторы на место. Блокируется, и все, готово дело, никаких проблем. Даже одному это можно сделать все, ну, с другой стороны. Легко. С другой стороны сейчас точно так же зафиксируем ее. Сначала все-таки нужно зафиксировать правый фиксатор, потому что, открывшись вот в таком положении, туда уже рука не пролезает. Ее надо сначала достать. Тут падает, зараза. Стоп. И зафиксировать. Теперь все. Ну, а это легко поднять. Поставить сюда. Готово дело. Ну, в принципе, вот теперь совсем все. Все, до новых встреч. Подписывайтесь, если хотите. Ставьте лайк, кому понравилось. До свидания.